Можно много перечислять еще заслуженных имен, но я посчитал необходимым сегодня достаточно времени этому уделить, чтобы подчеркнуть, что те достижения, которые мы имеем на Камчатке, те цели, которые мы перед собой ставим, зависят именно от вас, от людей, которые неравнодушно относятся к своей родной земле, которые каждый день в своей профессиональной области, такой разной, делают вклад в процветание нашего края. Хочу вас поблагодарить от имени всех жителей Камчатского края, поздравить с теми наградами, которые присуждены, которые сейчас мы вручим, и пожелать успехов, а всех нас еще раз поздравить с Днем Конституции Российской Федерации и с тем, что задачи государственного значения, обозначенные в Конституции, мы с вами все вместе решаем и должны активнее решать дальше. Спасибо.